На российском телевидении есть множество каналов на любой вкус. Каждый из них постоянно меняется и улучшается. На месте известного телеканала «Перец» завтрашнего дня запускается новый телеканал под названием «Че». Но в отличие от «Перца», новый канал «Че» будет более спокойным и по-настоящему семейным. Мы действительно хотим быть каналом, который больше всего будет соответствовать нашей стране. Вот. У нас многонациональная страна, но мы все русские, потому что мы живем в России, мы живем в нашей культуре общей, великой. И у нас есть одна прекрасная поговорка насчет «долго запрягает и быстро едет». Вот. Это, наверное, в какой степени про нас. Мы очень долго запрягали, но мы очень надеемся, что мы очень быстро поедем. Канал «Че» будет честным и понятным для всех. Как отмечают создатели телеканала, он будет интересен не только мужчинам, но и женщинам. В сетке телеканала останется шоу «Плюс 100-500», а также КВН. На «Че» подготовлены к запуску более 15 проектов, которые будут появляться в эфире до весны. Напоминаем, что телеканал начнет свое вещание с 12 ноября.